хорошо. Прокопки, пить укроп, идти укроп. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы вас горячо приветствуем. Здравствуйте. В эфире Михаил Новицкий, Елена Пинчук, уже первый. И программа «Песня в 21». В которой я каждый раз исполняю свою одну единственную песню. Слава Березницкий, Симон Маринов присоединились к нам. Болгария с нами, да. А Слава откуда? Неизвестно. Подскажите, Слава, откуда мы? Березницкий. Вот. В эфире Михаил Новицкий, Елена Пинчук. Песня 21. Итак, я сказал, концепция программы такова, что я каждый раз исполняю свою одну из своих песен. Один раз, и больше она не повторяется в этой программе. И что? Да, Светлана Ефремова. Мария Горбач. Светлана Ефремова, привет из пасмурной и дождливой Южной Каролины. Да, Светлана Ефремова, да, присоединилась к нам. Андрей Усов, Наталья Сунцова, Ирина Зимацкая, Анна Масюк, Алексей Черемсин, Святислава Маклакова, вечер добрый, Макс Горсков, Татьяна Гурьянова, Юлий Кеп, Сергей Журавлев. Большой список. ВКонтакте много очень. Очень хорошо. Значит, приветствуем мы и зрителей ВКонтакта, и зрителей Фейсбука. Я думаю, что и то, и другое, мне кажется, одна и та же компания. Ну, что ж, так, из Америки у нас только Южная Каролина, насколько я понимаю, да? Ну, может, еще кто-то есть. Да, отмечайте, ребята, кто вышел в эфир, нам интересно понимать. Светлана насколько... Ефремова пишет, видно и слышно, отлично. Спасибо, Светлана, спасибо. Вот это Светочка, вот, я понимаю, спасибо. Вот помощь моя. В Америке слышно хорошо. А мы приветствуем Америку из, на просторах сырьевой державы. Сырьевой державы. Великой сырьевой державы, у которой нефть немножко, так сказать, упала в цене. То есть она не упала в цене, ее задрали. Нашлись ребята, у которых нефть оказалась подороже. Поэтому у нас сейчас американский доллар стоит что-то порядка 85 рублей. Ну, сырьевая так сырьевая. Что поделаешь? О! Елена Пинчук вышла. Всем привет! Я с вами. Итак, друзья, сегодня будет песня. Александра Смирнова с нами. Саша. Привет, Саша. Любимая Саша. Москва песня. На связи. Марина Глазкова. Очень приятно, Марина. Сегодня будет песня под названием «Путин, лыжи, Магадан». Песня о спорте. Сами понимаете, если лыжи, то значит спорт. Ну, Магадан, ну, спорт нужно развивать везде. Лыжный спорт. Вот. Путин, лыжи, Магадан. Ну, вижу, уже пошли лайки. Я чувствую, вам нравится. Да, Алена Крымова присоединилась. Аленушка, здравствуй. Можешь там подыгрывать на барабанах. Елена Кокшарова. Леночка, привет. Алена Крымова пишет, мы тут. Вы то есть тут. Она не одна. Понятно. Я Вероника даже, Лига. Я даже догадываюсь, что за мужик. А Вероника, привет. Да, Италия с нами. Италия с нами. Мы вас поддерживаем. Мы вас, да, с вами солидарны. Давайте разгоняйте поскорее свой коронавирус. А песня будет о нашем коронавирусе, об естественном. У нас свой отечественный скрепный коронавирус под названием Путин. Это есть, конечно, один политик по фамилии Путин, говорят такое, что так называемый президент. Но мы об этом мало чего знаем. Мы будем петь о коронавирусе под названием Путин. Все совпадения, конечно же, это случайно, правильно? Случайно. Конечно. Как вы понимаете, совпадение случайное. Вот. У того так называемого политика есть так называемый суд, который правит так называемую конституцию. Вот. Все у них так называемое. Из новостей, из последних, что я могу сказать, друзья, на этой неделе мы были на берегу Ладоги, в поселке Моторное, давали живой концерт на свежем воздухе. И там идет захват береговой линии. Захват береговой линии. И любопытная история, что прямо вот от проселочной дороги, или вдоль проселочной дороги, прорублена просека и протянута, как бы это, ЛЭП. Солидная ЛЭП в три фазы. И она доходит до самого берега Ладоги. То есть необходимости такой технической в этой ЛЭП нету.
Но тем не менее стоит трансформатор, большой, хороший трансформатор, и раздвоение трансформатора на два больших участка. Ясно, что кто-то там хочет построиться. Вот, под наш под шумок коронавируса, друзья коронавируса все-таки безобразничают, бандитствуют и так далее. Но судя по тому, что туда приезжала НТВ, НТВ приезжала, да? Угу. Вот, судя по тому, это что наша местная НТВ. Судя по тому, что приезжала НТВ, наша местная, то это не близкие друзья коронавируса. Это, скорее всего, потому что близких друзей коронавируса тут же сразу появились бы, так сказать, люди с кокардами в голове. В общем, я к чему? Давайте будем бдительны. Бдительны, это что, под эту марку безобразничают люди и бандиты, имею в виду. Бандиты и бандитствуют потихонечку, захватывают береговую линию. Захватывают береговую линию даже в Санкт-Петербурге. Появился кран на месте ГИБХа. Вот. Песня «Путин, лыжи, Магадан». Она, в общем-то, появится на свежем воздухе. Но поскольку все, к чертовой матери, позакрывали нам все концерты, и закрывать уже нечего. Ближайший концерт, кстати, будет 5 апреля на Шпалерной 13. Это творческий вечер в поддержку политзаключенных. То есть коронавирус, он любит еще и политзаключенных, понимаете? То есть, как бы... Песня «Путин, лыжи, Магадан» родилась давно. Она сложилась просто из каких-то уличных таких вот лозунгов, из каких-то фраз мимолетных, которые я услышал. И подхваченная живет давно. Даже в то время был, когда еще песня не была готова, я был знаком очень хорошо. В друзьях с Эллочкой, той самой, да, той самой. Когда еще Чуров был до нее. Вот, и, наверное, мое упущение, что у нас такая плохая избирательная кампания одна с другой проходит. Все, я закончил болтать, да? Надо петь? Да, давай будем петь. Давайте а потом петь. Поболтаем. Если вы можете, подпевайте, пожалуйста, и пишите свои комменты. То есть надо представить, что мы идем по улице, дружно, весело идем по улице. Например... Изгоняем вирус. Всем ясны, как дважды два. Этой песенки слова. Вот уж 20 с лишним лет напевают сей куплет и Урюпинск, и Москва. Путин, лыжи, Магадан. Путин, лыжи, Магадан. Путин, лыжи, Магадан. Путин, лыжи, Магадан. Ясно всем, как трижды три. Что все выборы фигня, так что Эллочка, не ври. А вместе с нами пой: Путин, лыжи, Магадан. Всем, как пятью пять, нас желают обмануть. Голосуй, не голосуй, получаешь медве путь, и мы будем напевать. Путин, лыжи, Магадан. Oh,
ясно всем, как 6 и 6. Каждый вор обязан сесть. Ведь не дело, что страной управляет марамой, потерявший стыд и честь. Поем? Давай! Будем! Лыжи Магадан! Будем лыжи Магадан! Будем лыжи Магадан! Будем лыжи Магадан! Ясно всем, как 7 и 7! Совсем. Кто здесь власть? А мы здесь власть. Самозванец, трона сласть. Помоги тебе, Хусейн. И Путин. Лыжи слышно нас. Спасибо, спасибо, друзья. Давай коронавирус России. Давай коронавирус. Да, замечательно. Слышу ваши бурные аплодисменты. Ну, можно чуть-чуть еще пообщаться. Если возникли какие-то вопросы, я на них попытаюсь ответить. Да, там присоединились Игорь Фомин, Сергей Коровкин, Маргарет, это Серега Севицкий. Mm-hmm. Да, Юрий... Да, Серега, привет, Серега, да. Второй Серега, привет. Юрий Логвинов, Марина Степанова. Юрий Логвинов, он Логвинов, Логвинов, я вот точно знаю. Логвинов. Он Логвинов, да, он, я знаю, кто такой. Марина Степанова, Елена Барбарина, Владимир Ермилов, Виктор Новицкий, это Италия, кстати, да, тоже, да, Виктор Новицкий, Александр Крылов. Александр Крылов, mm-hmm. Привет тебе, пишет Александр. Вот и спасибо. Крылов. Юлия Кеп, Татьяна Гурьянова, mm-hmm. Катерина Ленникова, Андрей Богатый. Ленникова? Да. Ух ты. Катерина. Давненько не бывало у нас Ленниковой. Джекова Дагри, Александр Крылов, привет тебе, пишет. Слава Котенков. Пишет, привет, мы летим в Терскол. Молодцы. Молодцы. Хорошего Светлана там... Ефремова пишет, ах, хорошо. Валя Гиндлер присоединилась, привет нам шлет. Я знаю, это ее любимая песня «Путин, лыжи, Магадан». Из Стокгольма. Из Стокгольма, да. Вы там смотрите, глубоко не дышите. В Стокгольме-то. Елена ВС, Михаил, спасибо за хорошее настроение. Борис Чечельницкий, привет, Миша. Народу много. Очень хорошо, друзья. Все хотят выгнать коронавирус. Да. Чего, а я не успел там Коровкин? Да, Серега Коровкин. Я тоже вспомнил. Андрей Усов спрашивает, а как ты предохраняешься? Предохраняешься, да. Как тебе сказать, Андрей, я не предохраняюсь. Почему это? У нас есть маска. Да? Да, я вот своими руками пошила. А может, Андрей не то имеет в виду? Вот я сама шила маску. Вот. Еще у меня есть черная маска. Глаза вот тут поправь. Вот. Ну, мы дома не сидим в маске, конечно. И в студии не сидим. На самом деле, да, любопытно. Куча народа жалуется, что масок нету. Ребят, ну что, мы что, уроки труда у нас? Уроков труда, что ли, не было? Маску можно изготовить из чего угодно. Не уверены в маске, делайте двойной, тройной там марлю, вставляете туда, я не знаю, любые
какие-то салфетки. Вот. Как-то мы привыкли к одноразовому поведению на планете Земля. Кстати, коронавирус, он не так даром, не сам по себе появился, понимаете? Это какой-то все-таки умысел. Умысел Всевышнего. Всевышний зачем-то прорежает грядку. Знаете, как мы сеем, кто садоводы, знаете, мы сеем там редисочку, сеем эту морковочку, да? А потом идет прорежание. Вот Всевышний понасеял на земле всего. Вот, и иногда он прорежание делает. Ну, вырывает излишки, и по какому-то принципу он это делает. Там динозавров зачем-то убрал. Хорошие были ребята, такие большие динозавры ходили. Он решил, что нет, эта форма жизни мне не нужна. И прибрал. И вот 100 лет назад нас на планете Земля, вот на всей планете Земля, нас было около 2 миллиардов человек. 100 лет назад всего лишь. И вот за 20 век нас стало 8 миллиардов, и каждый стал потреблять черти сколько всякой одноразовой фигни. Раньше наших дедов, знаете, деды наши, когда воевали, у них там было там, сапоги, там, дай бог, 3 пары на всю жизнь, да пиджак с карманами на праздник, понимаете, по праздникам одевал. А сейчас вот просто подходишь к помойке, господи, все завалено. Вчера, видно, вчера еще купили, сегодня уже им объявили по телеку, что это, понимаете, и Всевышний что-то гневается, понимаете, что-то гневается, что-то ему не нравится. Может, то ли нас стало много, то ли что мы стали много потреблять, понимаете. Надо нам делать, ребята, выводы, чтобы как-то с этим миром жить в мире. Вот я как бы сказал, в мире с миром, в мире с животными, в мире с умными дельфинами, с обезьянами, которые, в общем-то, шимпанзе имеет интеллект 4-летнего ребенка. Это же, понимаете, ее там бьют в цирке кнутиком, чтобы она там вела себя так, как надо, для усиления людей. Что-то Всевышнего не устраивает. Давайте думать. Потому что вирус — это все-таки вирус, наш российский вирус, или Гитлер какой-нибудь, или Сталин, или Пиночет. Это же все изобретение Всевышнего. Кто станет спорить с этим? И зачем-то они изобретаются. Надо подумать, зачем, и сделать правильные выводы. Не бороться со следствием. Ну, конечно, тоже надо от следствия избегать при помощи масок там, и медикаментов. Но и еще и бороться с причинами. Вот давайте об этом все задумаемся, пока мы сидим по домам, пока нигде не летаем. В чем же причина? Что мы сделали не так на этой, или делаем не так на этой планете Земля? Вот. Я, наверное, все сказал. Да. Чего? Что там происходит? Я заговорил. Андрей Ермолов пишет: какая душевная песня. Да. Елена Кокшарова пишет: долой. Долой? Да. Долой. Святослава Маклакова пишет: Михаил, а сборник отдельно песен про Путина мир увидит? Он существует. Про так называемого, да, Путина. Вот. Подпольный альбом. Есть подпольный альбом, он ходит по рукам. Он не такой профессиональный, там, типа того, что он его написан буквально на воздухе. Но он существует. Он называется «Путин Хеллоу». Хеллоу. Есть такая песня «Путин Хеллоу». Если вы наберете Михаил Новицкий там в Яндексе каком-нибудь или в Ютубе, Михаил Новицкий и «Путин Хеллоу». Вот. И сразу, тем более, если возьмете 15 января 2015 года, по-моему, да? Да. Вот с этого момента мне закрыли все возможности выступать, сниматься. А некий вирус. Да, некий коронавирус. Вирус. Некий коронавирус мне, да, все перекрыло. Да. Но я не унываю, видите, потому что у меня есть вы. Я знаю, что вы у меня есть, а я есть у вас. Марьяна Бакунина присоединилась. Марьяночка, привет. Очень приятно. Так. Ольга Петрова. Угу. Оля, привет. Я понимаю, что Оля Петрова — это Оля Марина Петрова. Марина Серебрякова. Ой,
Ольга Федулина Евдокименко. Ребят, ну черпните там пару строчек, кто что да, думает. Да, пишите, хорошо? Пишите нам приветы. А то вот сейчас Лидия там... Смирнова, Татьяна Никутина. Так, сейчас тут посмотрю. Татьяна Кондраткова, Олег Копылов, Виктор Новицкий, приветы нам пишет. Спасибо, Витя. Отдельный, кстати, привет Марёву Игорю, если он там смотрит где-нибудь. Сегодня у этого барабанщика день рождения. Я вспомнил, когда Серега Коровкин там появился, так это один из наших барабанщиков. Вот, из тех. Максим которые... Шадрин, Елена Горелкина. Ну, тут все тормозит немножечко. Ну хорошо, сейчас. Среднему классу государственно-образующего народа песня очень нравится. Да? Пишет Татьяна Кондраткова. Очень хорошо. Виктор Новицкий спрашивает, а про Лещенко это правда? Я не знаю. А что про Лещенко? Не знаю. Первый раз слышу. Намекните, да. Я посмотрю, что там такое с Лещенко. Но мы, честно говоря, с ним не контактируем. Да, с Лещенко мы не... Я не дружу, никогда деревья не сажал. Я много с кем деревья посадил. А что там с Лещенко случилось? Да, напишите, что с Лещенко. Ну-ка, напишите остальные. Ответьте, пожалуйста, Виктору, что там с Лещенко. Вот. У меня даже куча этих самых жилеток есть, на которых вот зеленой волной. Вот таких вот. Это без автографа. Это без автографа. А есть... Там Шемякинская жилетка с подписью Шемякина. Есть и Евтушенко. Вот, есть Шевчука. Вот. Я думаю, сейчас Евтушенко можно продать за хорошую сумму. Михаил Каплунов пишет. Привет из Лос-Анджелеса. Привет. От Михаила Привет. Каплунова. Мы вместе выступали в Нью-Йорке. Очень приятно. Да, да, мы помним, Миша, тебя помним. Да. Хорошо, время провели. Сергей Коровкин. Лещенко. Коронавирус, типа. Надо с этим разбираться. Сергей Коровкин, не подтверждено пока, пишет. В изоляции с гастролями. Ирина Беляева присоединилась. Что заболела коронавирусом? Ну, наверное. Слушайте, на самом деле, эта история... В изоляцию его посадили. Это история, когда говорят об умираниях кого-то там... Это очень обычная история. Когда нечем похвастаться или надо как-то на себе напомнить, то пишут, что типа вот заболел, вот умирает или умер. На моем веку сейчас уже хоронили, господи, Софию Ротару. Софию Ротару, вот пока я был молод, да, и взрослел, дай бог ей здоровье. И вот, наверное, раз 15 хоронили. Раз весь, София Ротару померла. Раз там Макаревич помер. Вот, и оказывается, все фейк. Вот. И когда, кстати говоря, действительно погиб Цой, я сказал, да, фейк какой-то. То есть слова фейк тогда еще не было. Опять лажа. Я не поверил, пока не дошел до Камчатки. А когда дошел до Камчатки, увидел, что Александра Смирнова пишет, у леща корона. Леща. Да. Ну, не смешно, конечно, но фраза смешно звучит. Золотая рыбка. Золотая рыбка, да. Ну, будем, наверное, заканчивать да. наши эфиры. Ну, давайте, раз такое дело... Вот Вероника Лига пишет, также можно шарфиком рот прикрыть. Да, конечно. В принципе, да, это очень самый простой конечно, способ. Все конечно. Ходят шарфиками, намотал вокруг лица и ходи себе. Да. Мы так и делаем иногда. У меня есть такая, как она называется, балаклава. Такая вот есть балаклава, это просто на себя надевается. Можно как шапочку завязывать, можно как балаклавку носить. И раз опускаю на усы прям. А без усов никто не узнает. И люблю, как партизан по Петербургу. Вот хорошо. Что я хотел еще сказать на прощание. Я думаю, для тех, кто дождался вот этого момента, кто с нами досидел в эфире, будет бонус. А бонус будет про взятку. Чиновнику. Вот. Напишите, хотите вы бонус? А уже хотят, не хотят, получайте. Нет. Вот Смирнова тоже хочет. Напишите. Александра. Поставьте какой-нибудь знак. Нет. Сердце какой-нибудь или класс. Она пишет, что у леща корона. У леща не только корона, но и хвост. Ну что, готовы? Воспринимать. Таня Шашкова тоже смотрит. Тань, привет, да. Дай взятку.
чиновнику. Друг, не скупись. За место свое он угробил всю жизнь. Он столько страдал, что не снилось тебе. По грязной, извилистой, скользкой тропе прополз. Унижался, был битым не раз. И нахлебался, как тот унитаз. И плакал, друзей отправляя в тюрьму. Таков был приказ! Дай же денег ему, прокомпенсируй брак по нелюбви. Карьера она такова. Сыляви, сколь задниц повылезал. Просто рвало, а сколько улыбок, аж скулы свело. Галстуков сколько сносил, стер порток, часы заседаний сложи. Выйдет срок. Он все отсидел, терпеливый герой. Здоровье угробил, натер геморрой. Дай денег ему, не жалей, не тужи. Дай взятку, спасибо. Скажи, как брату, как в церкви. Отдай, улыбнись и руку лобзни. И слегка поклонись. Ты присмотрись, сколько в этих глазах. В них горечь потерь, сила, гордость и страх. Он дружбу, он совесть, он жизнь пережил. Дай взятку чиновнику. Он заслужил. Спасибо. Алекс Лисовский пишет. На бонус я успел. Отлично. Молодец, отлично. Алекс. Марина Глазкова бонус пишет. Ну, все писали бонус. Так бы и сидел все с его ждали. В эфире. Только и... не ради бонуса, только и пришли. Понятно, ждали, да. Хорошо. Игорь Фомин браво пишет. Елена Кокшарова браво пишет. Александр Иванов класс пишет. Андрей Ермолов тоже ему все нравится. Ну, если мы кого-то пропустили... Вероника Лига, отличный стих. Да. Мне даже больше нравится, чем песня. Ну, ладно, то я могу песню прочитать в стихах. Вот. Дорогие друзья, очень не хочется с вами прощаться. Правда, уютно так сидеть. Вот просто ощущаешь, что вместе сидим и вращаемся так вот на шарике, на нашем. Кто где? Вращаемся, летим вокруг солнца. Хорошо так? Вот. Да и жили бы неплохо. Вот. Да. Берегите себя. Берегите себя. В Италии, в Америке, в Болгарии. Мы вас любим. Мы всех, в Германии. Всех во всех уже странах. Выучили, всех помним. Вот, вот Лена вот читает, а я дынь-дынь, просто лица мелькают. Лица мелькают тех людей. И всякие ассоциации связанные с вами. Вот концерт у нас будет 5 апреля на Шпалерной, 13. Концерт в поддержку политзаключенных. Кто сможет, это будет в 15.00. Шпалерная 13, 5 апреля, 13. В 15.00. Ну, если что, у меня будет продублировано. 5 апреля в 15.00. Будет продублировано. На стеночке повесим эту афишку. Это очень важно. Это очень важно. Под любым предлогом у нас злодейства творятся. Вы знаете, что у нас разломали СКК имени Ленина. Это уникальное здание. Ну, просто бандиты разломали. И как бы правительство не знает, кто это такие. До сих пор сейчас его разломают, вывозят. И никто не может ответить на вопрос, кто это делает. Понимаете? То есть, ли конкретно. Поэтому если вы узнаете... Их там нет. Их там нет и не только в Крыму. Их там нет и не только на... Их какой-нибудь, они не знаю... Где у нас? Их там нет и бывают. Да, не везде. В Сирии их там нет, и в Украине их там нет, и везде их там нет. И у нас в Петербурге тоже их там нет и ломают уникальное сооружение. Их там нет и в поселке Моторное захватывают лес под застройку, береговую линию. Уникальный лес. Уникальный лес, да.
у чистейшей воды. На этом Ладогу можно просто так пить. И, понимаете, дорога жизни, а не только дорога жизни, а в смысле воды жизнь. Чистейшая вода. Под застройку, она же канализацию будут сбрасывать под домик туда. Ясное дело. Хотят это делать. Поэтому сейчас и люди, которые противятся этому, этим всем безобразиям, при помощи ручного так называемого суда, назначенного так называемым президентом, вот, сидят в не так называемых настоящих тюрьмах. И их надо поддерживать, их надо вызволять, потому что мы все братья и сестры. Понимаю, что существуют там всякие Чикатилы, 50, но есть и политзаключенные. То есть люди, которые сидят только за то, что они сказали то, что они думают. Понимаете? Немного наговорил. Доброй ночи. Лучше чаще. Лучше чаще, да. Вот. Может быть, сделаем, сейчас еще последнее скажу. Может, мы сделаем специальный концерт, ну, подлиннее, не просто. Да, напишите в комментариях, хотели бы вы сделать концерт, послушать прямой эфир концерта. Может быть, даже так, что вы что-то попросили, я это сделал, исполнил. Концерт по заявке. Может быть, не один, может быть, со скрипкой, может быть, с еще вокалистом, вокалисткой, с бубенчиками и барабанами. Мы можем сделать онлайн-концерт. Да, можем сделать онлайн-концерт. Напишите, хотите вы этого или нет. Вот. И если да, то когда? Пока сидим по домам, можно же это сделать. Как-то так. Ага. Все! Я могу бесконечно с вами общаться. Да. С вами вот. Приятно очень. Обнимашки, да. Дорогие. Целовашки. Ну, не со всеми, конечно. Но виртуальные можно. А, виртуальные можно со всеми. Да. Все, целуем всех, обнимаем. Пока.